Родился я под колокольный звон. Горели солнцем купола соборов. Меня на речь не вызывало споров одним из самых дорогих имен. Я честью горд, служить отчизне рад, уму и сердцу бесконечно дорог провинциальный наш чудесный город, великий русский Сергиев Посад. Сегодня Сергей Боков известен как яркий общественный деятель, политик, меценат, публицист, руководитель. Чем бы он ни занимался, приоритетными для себя всегда считал дела, направленные на благо Сергиева Посада, города, в котором родился и живет уже не один десяток лет. Чем же были наполнены эти годы? Свидетелем, участником каких событий становился герой нашего документального повествования и те, кто был вместе с ним? Кто помнит пионерскую эпоху, тот без сомнения скажет, что такие важные человеческие качества, как доброта, упорство, надежность, ответственность, приобретались ребятами в пионерских лагерях. Так же, как и умение дружить и защищать слабых, не бояться принимать судьбоносные решения. В пионерском лагере «Рассвет» профсоюза медработников Московской области парнишка с удовольствием проводил каждое лето. Заметим, что нашему герою с детства нравилось петь. Пройдя путь от пионера до старшего пионервожатого, Сергей в свои 18 лет иногда даже замещал на посту начальника лагеря свою маму Валентину Сергеевну. Под задорные пионерские песни, которые Сергей полюбил всем сердцем, зарождалась дружба с ребятами. Многие из них впоследствии стали первыми тонусовцами. Надо сказать, что герой нашего фильма до сих пор чтит и сохраняет социалистическую идеологию и пионерский дух. Не случайно каждый год 19 мая сотрудники руководимой им фирмы отмечают День пионерии и повязывают пионерские галстуки. Окончив школу номер 22 на улице Кирова, Сергей Боков задумался о своем месте под солнцем. Метания и сомнения были оправданы. Вырос Сережа в простой рабочей семье. Отец, Евгений Сергеевич, слесарь на фабрике игрушек номер 1. Мать, Валентина Сергеевна, медсестра яслей номер 1. Жили трудно. Конечно, по наставлению родителей, друзей, одноклассников, да и по своим убеждениям, хотелось изменить жизнь к лучшему, получить высшее образование, обрести интересную работу, хорошо зарабатывать. И уж чего греха таить, зная о своих лидерских качествах, мечтал Сережка стать известной личностью, а может быть даже совершить какой-нибудь подвиг. Примеров тому было предостаточно. Хотя бы в книгах, любовь к которым со школьной скамьи прививали ему его учителя. Анна Сергеевна Корнева, Владимир Николаевич Баринов, Мария Ивановна Чудовская и, конечно же, самой любимой учительницей 22-й школы, преподаватель русского языка и литературы Нина Ивановна Сергеева. Но впереди еще был интересный период студенческой жизни – учеба в Московском институте культуры, куда Сергей поступил в 1979 году. Именно там, в МГИКе, он серьезно увлекся стихами и музыкой, начал сам сочинять. Песни студента Бокова под гитару распевал весь курс. Можно сказать, что с того самого времени и зашагал Сергей, как говорится, с песней по жизни, по пути, начертанном судьбой. Да денег нет у меня, но разве это главное? Пусть платят мне учителя за результаты славные. Я способен научиться. Вот, рука каменноса. Счастье пусть к другим стучится. Выпускник режиссерского факультета Московского государственного института культуры Сергей Боков в 1983 году создает молодежный центр «Тонус» при Загорском ГК ВЛКСМ. Молодой режиссер сумел тогда доказать необходимость существования организации нового молодежного формата. В 1983 году «Тонусовцы» проводили своего лидера в армию.
там, еще будучи курсантом, он стал ротным запевалой, а позже и диктором телевидения воинской части. Во время службы в группе советских войск Германии старший сержант Боков осуществил постановку широкомасштабного праздничного действа, посвященного 40-летию победы в Великой Отечественной войне. К проекту он привлек своих сослуживцев. В режиссерско-постановочную группу вошли Тимур Сикоев и Валерий Копнинов, которые до сих пор тепло вспоминают работу, сдружившую всех на долгие годы. Делать в армии такой грандиозный проект – это совсем другое, чем делать его в обычных гражданских условиях. Это была очень хорошая постановочная группа, грамотная, сильная и профессиональная. Но дело, конечно, не только в том, что мы приложили все свои профессиональные умения и знания к этой работе. Дело, конечно, в том, что мы искренне и от всей души делали это. За успешно проведенный праздник Сергей Боков получил первую в своей жизни профессиональную награду – медаль «Юный активист Германской Демократической Республики». Весной 1985 года он вернулся в родной город под защиту преподобного Сергия Радонежского, словно откликнувшись через века на призыв своего небесного покровителя к единению. Тогда молодежный центр «Тонус» собирал вместе ребят заинтересованных, целеустремленных и трудных, не знавших, куда приложить свои силы и энергию. Местом для занятий уникального коллектива стала одна небольшая комната во Дворце культуры имени Гагарина, в которой умудрялись разместиться полсотни человек. Понимаете, вот сейчас, вот, допустим, будем так говорить, проблема, вот вы сейчас спрашиваете, чем мы здесь занимаемся, вот в этой комнате? Да всем. Всем сразу. Всем сразу. Вот если там занято голубое фойе, мы здесь все занимаемся. Здесь и студия брейк-данса. Значит, и здесь и цирковая студия, и еще что-то, сам. И кружок сделай сам, и все буквально. А там еще и музыкой занимается. Да, еще и звуком. Да, Миша кричит оттуда, перестаньте кричать, вы мне мешаете. Я пишу, он пишет музыку, я ему даю там, например, полчаса, Миша, на то, чтобы ты сочинил музыку. А он кричит, мне Богов дал полчаса, отстаньте все и уходите все отсюда. А куда идти? А самое время он кричит, выключи музыку, не мешай. Михаил Гусев, Роман Бодров, Андрей Владимиров, Виктор Красавин и Виктор Катков буквально заставляли Сергея писать песни или сами сочиняли музыку на его стихи. Сплавом творческого союза талантливых музыкантов и поэта и режиссера Бокова стала рок-композиция «Войди в огонь», одна из песен которой называлась «К кому мне подойти». То есть вот многих мы смотрим ребят наших сверстников по телевизору, которые действительно скитаются, пытаются найти себе какое-то пристанище, там подъездные какие-то дела, там подъезд кафе, там что-то придумывают, там еще что-то. Мы, в принципе, уже решили эту проблему. Называть нас сейчас клубом уже, ну будем так говорить, что мы уже переросли. Какой клуб тут, когда тут входит в него уже, не знаю, больше 400 человек. Ребята из молодежного центра «Тонус» всегда работали с огоньком. Им было интересно буквально все. Первый праздник – День города Загорска. Открытие Макаркиного пруда в Пересвете. Новый год на Красногорской площади – День города Нефтеюганска. Молодые, творческие, неугомонные. Благодаря им праздник шагал по разным городам. Всем запомнилась творческая командировка в Кемерово, где с размахом провели первый всероссийский праздник-конкурс частушки «Охи-вздохи-шуточки».
Театр моды вторжения молодежного центра «Тонус» в конкурсной программе продемонстрировал модели одежды под задорные частушки. Это было необычно и весело. Тогда же родилась песня «Пленница», которую автор подарил заслуженной артистке РСФСР, знаменитой на всю страну кавказской пленнице Наталье Варлей. Мне сегодня идти далеко-далеко, я ушла навсегда от разлуки, потому что встречаться тайком нелегко и чужие испытывать муки. В трудном месте с тобою нам быть и не быть, и томиться в любовной неволе. Нет страшней приговора, пора уходить, ведь разлука сильней всякой боли. Чужого счастья пленница, я в кандалах своих, любовь на счастье для троих. Я птицею свободною попробую взлететь и песню приворотную по-новому пропеть. С 1990 года Сергей Буков неоднократно избирался в городской и районный совет депутатов. Работая заместителем председателя Комитета по культуре Совета депутатов, а затем возглавляя его, Сергей Евгеньевич добился многих положительных решений, связанных с культурологической, туристической и градостроительной деятельностью районной администрации. Депутат Боков активно участвовал в возвращении городу Загорску его исторического имени Сергиев Посад. При его непосредственном участии из строится Сергиевой лавры был выведен Государственный историко-художественный музей-заповедник и основан Краеведческий музей. Также было инициировано открытие музея народного поэта, почетного гражданина Сергиево-Посадского района Виктора Федоровича Бокова в его родной деревне Язвице. Это первый музей человеку, поэту в нашем городе. Тогда же в соавторстве с композитором Михаилом Гусевым был рожден гимн Сергиева Посада, в записи которого приняли участие дирижер, заслуженный артист России Александр Вашкин и Государственный академический русский хор имени Свешникова. Сергиев Посад, душа, перед душа, пожалуйста, поставьте себе вот такую вот галочку, да? Сергиев Посад, душа России, опять дыхание. Широко распахнут небосвод, общая крещенда. Сергиев Посад. Опять дыхание. Через два. Город рожденный под колоколами, рядом с Москвой на горе Маковец, лавры сверкающими куполами, он православия свет. В 1992 год был ознаменован значимым событием.
Город готовился к 600-летию со дня представления преподобного Сергия Радонежского. В рамках празднования на Блинной горе состоялось организованное Тонусом грандиозное действо. Осуществить масштабный проект помогли московская фирма «Белл», преподаватель Государственного института культуры, режиссер Игорь Елагин. Художественным руководителем легендарной постановки стал сокурсник Сергея Вячеслав Киселев. Прекрасно помню, как мы ждали благословения патриарха Алексия, второго нашего сценария. Это было очень важно для нас, и это случилось. Он благословил, и мы приступили к работе. У нас было очень много сцен из жития Сергия Радонежского. Это все игралось на Блинной горе, были использованы очень многие выразительные средства массово-зрелищного театра. И, конечно, свет, звук, музыка, артисты, конники, участники различных профессионально-технических училищ и техникумов Сергиева Посада. Тогда было очень много занято в этой постановке людей, в том числе и самодеятельных артистов. Колода дней лежит в руке судьбы. В ней риск игры и смысл существования. Азарта суть и стоны ликования. Надежды крах и вечные суды. Кто тасовал, теперь не разберешь. Не угадать расклады козырные. Отстукивает сердце позывные. Последний ломаный на кон поставлен грош. Сдавай, сдавай, раз начата игра. В последний раз король под даму ляжет. Конет шута, кто королю подскажет, в кошельке прорезана дыра. В 1992 году тонусовцы Влад Ионов и Еремеичев Игорь предложили идею, которую многие считали тогда невыполнимой и авантюрной, создать первый в Сергиево-Посадском районе эфирный телевидение. Примерно как раз вот на этом месте и стоял строительный вагончик, в котором мы с Игорем в ту ночь дежурили. И как-то, совершенно не задумываясь, я Игорю и говорю: «А давай сделаем свое телевидение в Сергиевом Посаде». Сергей сразу понял и оценил масштаб и перспективы дерзкого замысла. К реализации непростого дела подключились Альберт Макаревич, Александр Петров, Александр Воронов, Татьяна Дуненкова. Главным редактором первого сергиево-посадского телевидения стал Николай Хохлов. Помог профинансировать дорогостоящий проект управляющий Межрегионкомбанком Валерий Дудин, сам в прошлом комсомольский секретарь. С поставленной задачей справились. Вскоре на 28-м канале в эфир начали выходить передачи телекомпании «Тонус». А еще ребята попробовали свои силы и в таком жанре, как музыкальный клип. Музыка молчит, ты бредешь один устал, и тебя на свете мало, словно свет от свечи манят нимбы фонарей. Жаль, что к ним не прикоснешься. Ты с грустинкой улыбнешься и уйдешь от них скорее. Там, где музыка звучит, будешь ты желанным гостем. Не найдешь казенной злости в огоньке живой свечи.
Тонус находился на подъеме своего развития и творческой активности. Новорожденное телевидение делало первые успешные шаги. Именно в этот момент судьба нанесла жестокий удар. 24 декабря 1992 года случилась страшная авария, в которой пострадали ведущие сотрудники телекомпании. Главный режиссер Игорь Еремеичев, главный оператор Александр Петров и главный инженер Александр Воронов. Трагедия отозвалась в душе Сергея стихами, которые стали песней, посвященной друзьям, находящимся в реанимации. Выстоял. В драматический момент вместе со всеми достойно проявил себя еще неопытный оператор Евгений Перегудов. Работали и ждали возвращения ребят. Их выздоровление стало радостным событием для всех. Впереди было много интересной творческой работы. По поручению правительств Москвы и Московской области Сергей Боков со своим коллективом осуществил множество проектов, направленных на патриотическое и нравственное воспитание. Среди них праздничные акции – «Золотые герои Подмосковья», посвященные 50-летию учреждения звания Герой Советского Союза. «Наши деды славные победы», посвященные 50-летию победы в Великой Отечественной войне. «Парни из нашего города», посвященные 200-летию учреждения звания «Почетный гражданин». «За прекрасных мам», посвященные 140-летию крестовоздвиженской общины сестер милосердия, «Широкая масленица» и другие. Совместно с детско-юношеским центром авторской песни в Сергиевом Посаде был проведен первый всероссийский фестиваль авторской песни «Спасите наши души», впоследствии переименованный в «Журавлиную родину». Человек, который справа от меня сидит, Сергей Евгеньевич Боков, он сделал такой подарок королевский. А-а-а. Здесь, по-моему, 225 человек. Вот он подарил этим 225 человекам и подарил фестиваль, да, и всему городу, и школам, и вообще, и тем зрителям, которые третий день ходят тут на концерты. А вот ребята, это Коля Шабунин из Ульяновска, решил написать музыку на стихи Сережи Бокова. И Саша Сафронов сейчас вместе с Колей Шабуниным это дело покажут Сереже Бокову, он еще не знает сам. Мне не везет ни в картах, ни в любви. Я шел ва-банк и все же проиграл сам. Любовь к игре или игра в любви. Вот каламбур, с которым я остался. За что мне эта ноющая боль? За что мне эта круговерть планеты? Моя подушка каменная соль. Моя подушка талисман обиды.
Еще одним направлением деятельности фирмы, возглавляемой Сергеем Боковым, стало строительство. Освоение нового дела началось с закладки жилого квартала «Город Солнца» для сотрудников «Тонуса» с улицы Бесславянская, Покровская, Рождественская, Троицкий бульвар и Потешный переулок. В 1995 году был запущен еще один проект. Фирма «Тонус» взялась за восстановление и строительство первой городской земской больницы при Александро-Мариинском доме презрения в пожарном переулке Сергиева Посада. Еще одним очень важным объектом стал железнодорожный вокзал в Сергиевом Посаде, здание которого находилось в аварийном состоянии. Благодаря настойчивости и жесткой позиции главного архитектора города Виктора Журавлева и Сергея Бокова удалось добиться его масштабной реконструкции. Сейчас встал вопрос о вокзале. Нас привлекли, понимаете, как авторитетную организацию городскую. А мы здесь живем, хотим построить свой вокзал. Красиво. Постройте вы не можете построить. Вы назвали на том совещании сумму 18 миллиардов по вашим расценкам, правильно? Мы вам предлагаем построить здание за 10 миллиардов, 5 миллиардов из которых вложит фирма «Тонус». Верно. Постройки, кто вам не разрешает. Совершенно только соответственно, но не в этом вокзале. И перечислить деньги, у меня их нету, будет. Реальных денег. Поймите меня правильно. Там. Я говорю, я аферами не занимаюсь, я реалист. Надо прислушиваться и делать выводы, и, естественно, быстро это все устранять. Ну нельзя же так стоять, то, что неудачно, защищать и говорить, что это очень хорошо, везде так делается. Так нельзя делать. На этом Сергей не остановился. Пришла пора восстанавливать и строить храмы. Совместно с главным архитектором города Виктором Даниловичем Журавлевым и директором компании «Виктория-7» Виктором Ивановичем Круликовским осуществляется проект по строительству часовни на месте гибели отца Александра Мени в поселке Конкурсный. Центр ее должен быть вот здесь. Вот. Что здесь вот будет какая-то тропинка сюда сделана и крыльцо. Я, в общем-то, ощущаю даже потребность, что ли, вот в таких вот деяниях, как вот говорил Михаил Александрович. В том плане, что это является, я считаю, долгом любого русского человека. Виктор Иванович достаточно серьезный человек, человек слова, сказал, значит, сделает. Когда это произойдет, это будет настоящее торжество справедливости. Позже здесь появился мемориальный комплекс с храмом усекновения главы Иоанна Предтечи и храмом преподобного Сергия Радонежского. В 1997 году во время передачи храма усекновения главы Иоанна Предтечи Московской епархии Сергей Боков был удостоен награды Всероссийского монархического общества. И сегодня мне очень приятно вручить вот эту памятную медаль на Владимирской ленте Сергею Евгеньевичу Бокову за его большой вклад в возрождение православной русской государственности. Немало сил и собственных средств было вложено в восстановление Тихвинского храма в селе Выпуково Сергиево-Посадского района. В это же время Боков и Тонус помогали народному артисту России Валерию Золотухину восстановить Покровский храм на родине актера в селе Быстрый Исток на Алтае. Отец Борис, ну и вот на сегодняшний день, каковы сейчас вот какие-то продвижения, есть какие-то в этом строительстве? Дело в том, что я-то ведь конкретно строительством не то что не занимаюсь, я не имею возможности прикоснуться к ним, потому что для этого нужны большие средства. Боков! Я! Вот уже 2 года, как мы заложили фундамент когда-то бывшей там церкви, храма Покрова Пресвятой Богородицы, и 2 года вот у нас как не двигается дело никуда. Вот фирма, кстати говоря, снимает, которая у нас, это фирма «Тонус», Сергиев Посад, телевидение, они нам чем-то могут помочь. Вот, мы просим вас включиться. Всем. Ну хорошо, тут мы договариваемся. В общей администрации. Как бы всем миром, что ли, говорится. Да. Ну и все. В этот мир мы входим. Здесь согревают весь крещенный мир своим дыханием маленькие свечи. В них вера крепче, чем в большие речи, в хмельной, смутивший разум, пир. Болтун умен тогда, когда молчит. В его глазах я патриот негодный, корыстолюбец и чревоугодник, меня берется святости учить. Не приведи Господь страданий, слепой ночи и днем оглохший.
не разочарований, а чувств безвременно усопших. Не приведи Господь забвения, печальной жажды в миг безумства и взглядов соприкосновения. Расцвет сиреневого буйства. Не приведи Господь сомнений, чтоб не кружить от дуновений, как флюгер ветром оживленный. Не приведи Господь сражений, в которых брат стреляет брата, где не понимая важность расширения медийного пространства, в 1994 году Сергей Боков вместе с Виктором Кроликовским начинает издавать газету «Ваш тонус», главным редактором которой стал Александр Попов. Благодаря работе талантливого коллектива газета «Ваш тонус» быстро завоевала популярность и стала успешно конкурировать с другими периодическими печатными изданиями независимых газет, которые начали появляться в городе. Я думаю, что наша газета уже стала каким-то заметным явлением в жизни города. Кто-то ее не любит, кто-то над ней смеется, но уже как бы игнорировать ее никто не может. Какой большой красивый дом, резные двери недотроги, челом обитые пороги. И мы с дождем напрасно ждем живой мотив пернатых нот. Не слышен за хрустальной рамой, он ни к чему холодной даме, что прячет сердце от забот. Искать мы стали вместе по темным улицам, братья, по темным улицам, братья, по темным улицам, братья. К сохранению памяти о выдающихся людях Сергей Евгеньевич и руководимый им коллектив всегда относились с особым вниманием. Еще в далеком 1988 году при непосредственном участии «Тонуса» в селе Городок Загорского района Московской области был открыт памятный знак преподобному Сергию Радонежскому, автор – скульптор Вячеслав Клыков. Это событие стало началом целого ряда проектов, в осуществлении которых значимую роль сыграла телекомпания «Тонус». При ее информационной поддержке в разное время были созданы и установлены памятники преподобному Сергию Радонежскому у стен Лавры и Саве Мамонтову на привокзальной площади, автор – скульптор Валентин Чухаркин. Родителям преподобного Кириллу и Марии в центре города, автор – скульптор Константин Чернявский. Люди должны приезжать в Сергиев Посад, люди должны приезжать к преподобному Сергию. И вот этот образ и благочестия. Откуда корни. Да, да. И вот он, образ благочестия. Поддерживаю вот это предложение. Оно как бы обосновано. На этом совещании также горячо обсуждалась концепция установки памятников по всему району. Идет возвращение не столько с прошлое в прошлое, сколько к нашим культурным истокам. Совместно с ветеранами Сергиево-Посадского ОМОН
были созданы и установлены на стенах школ мемориальные доски в память о бойцах отряда, героически погибших в Чеченской Республике в марте 2000 года. В сотрудничестве с мастерской скульптора Сергея Сережина были реализованы проекты по созданию и установке памятников преподобному Сергию Радонежскому в городе Каширы и архимандриту Алипию в городе Домодедово. Большое спасибо телекомпании «Тонус» за поддержку этого грандиозного проекта. Среди значимых событий можно отметить и проведенный телекомпанией «Тонус» первый благотворительный телемарафон по сбору средств на строительство церкви святого праведного Лазаря Четверодневного на новом городском кладбище. И я думаю, тех средств, которые уже поступили, которые уже собраны, эти материалы строительные, которые были обещаны в процессе всего этого телемарафона, их вполне будет достаточно, чтобы подготовиться благополучно перезимовать предстоящую зиму. «Тонус» продолжил серию благотворительных марафонов, результатом которых стали капитальный ремонт мемориала погибшим в Великой Отечественной войне «Вечный огонь» по проспекту Красной Армии и разбивка сквера с установкой памятного знака на аллее дружбы и солидарности журналистов на улице Кооперативной в Сергиевом Посаде. Сегодня утро рано наступило, стал дольше день, я к вечеру устал. Грядою мысли днище зацепило, корабль чудом краха избежал. Владыке солнцу сверху видно рифы, но знак беды в гордыне не подаст. Тревожно сердце бьется с пульсом рифмой, с души снимая каменный балласт. Ты плыви, мой парусник, сквозь года, сквозь шторма. Ты плыви, мой парусник, жизнь моя. Так проходили наполненные делами и событиями дни, но иногда жизнь становилась похожей на сказку. В июле 1997 года у Татьяны Баранчиковой и Сергея Бокова родился сын Савва. Ма, ну все нормально. Вот, 3500, мальчик. Савва Сергеевич будет. За Татьяну. Чуть-чуть. Да, за Танюшку. Бам-бам-бам-бам-бам. Это здорово. Татьяна, за тебя. Надеемся, что ты нас не очень ругаешь за то, что мы тут веселимся, потому что мы все радуемся твоему разрешению. Пусть маленький Савушка растет таким же добрым, как его мама, и таким же умным, как его папы. Было ли, не было ли, но детство провела я в разных сказках. Без богатого наследства, без прислуги и карет, где балы и карнавалы в разноцветных ярких красках, на которых доставали с неба звезд большой букет. Годы непогоды размывают краски, но без светлой радости так трудно жить. Сочиню на зло дождям свою я сказку, чтобы быть любимой и самой любить. И самой в том же 97 году в подмосковном городе Королёв состоялась знаковая встреча представителей региональных телекомпаний, где главный редактор телеканала «Тонус» Александр Новиков,
который к тому времени сменил на этом посту Николая Хохлова, внес предложение об организации фестиваля телекомпаний Московской области, который получил название «Братина». Есть возможность поселить людей. Есть возможность, значит, иметь зал там для просмотра. У нас в черте города буквально находится прекрасная профилактория на 150 мест. Там же есть и сауна, там же есть и бассейн, там же можно организовать буфет, то есть заодно и отдохнуть. И есть зал, в котором все это дело можно просматривать. И есть, как говорится, где день-два переночевать. Главным организатором фестиваля выступила фирма «Тонус». Представители 42 телекомпаний Подмосковья единогласно поддержали Сергея Евгеньевича Бокова на посту президента главного телефорума Московской области. Осенью 1997 года в Сергиев Посад съехались участники первого фестиваля «Братина». Я вас поздравляю действительно с серьезным праздником, с праздником вот товарищеской встречи. Прошу вашего разрешения считать этот фестиваль таким образом открытым. Спасибо, открывается наш первый фестиваль. Возвращаясь к главному герою нашей истории, надо сказать, что «Братина» не могла обойтись без своего гимна. Его автором стал президент фестиваля Сергей Бухов. «Братина» получила поддержку как самих региональных телекомпаний, так и подмосковного правительства. И уже все последующие фестивали стали проходить под патронатом губернатора Московской области. Форум стал ежегодным смотром творческого и технического потенциала телекомпаний подмосковного региона. Со временем телефестиваль начал проходить и в других городах Подмосковья и получил статус открытого. Теперь на «Братину» приезжают не только участники из Московской области, но и из разных уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Повелось, как только осень наступает, преподобный Сергий на земле святой, вестников желанных всех объединяет, кто живет с Россией общей судьбой. Купола золотые солнышком сияют, и теплом встречают, словно дом родной. Чашу братства с медом гости поднимают, друг за друга встанут, если что, горой. Собирайтесь, друзья, собирайтесь, есть о чем говорить нам и петь. И побольше сердец постарайтесь, словом добрым своим отогреть. Собирайтесь, друзья, собирайтесь, есть о чем говорить нам и петь. И побольше сердец постарайтесь, словом добрым своим отогреть. Сам в прошлом самбист, Сергей Евгеньевич всегда считал развитие спорта в районе приоритетным. В 1997 году вместе с заслуженным тренером России Александром Семеновым, Владимиром Шибаевым, Валерием Ерохиным, Андреем Шнуровым и другими ветеранами борьбы самбо в Сергиевом Посаде был организован и проведен первый всероссийский турнир по самбо в памяти безвременно ушедшего в тот год из жизни мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Сергея Ивановича Тропинова. Тогда же, на этих соревнованиях, впервые прозвучал написанный Сергеем Боковым и ставший музыкальным символом турнира марш. Если хочешь ты сильнее стать и врага любого побеждать, страх в себе перебори, и все слабости свои будешь крепко на ногах стоять.
выбрав этот славный путь, постарайся не свернуть. Вышел на ковер, держись, на лопатки не ложись, самбо, путевка в жизнь. Ты, конечно, патриот страны, изучи историю борьбы. Отпадет любой вопрос, образец единоборств. Этим видом спорта мы горды. Выбрав этот славный путь, постарайся не свернуть. Вышел на ковер, держись, на лопатки не ложись. Самбо, путевка в жизнь. В 90-е годы еще более четко обозначились черты буквы поэта. Один за другим выходят его персональные книги стихов «Зачтется» и «Перекрестный огонь». Следующим литературным проектом стал поэтический сборник «Нота мы», составленный из произведений Сергея и его друзей, единомышленников и коллег по перу Владимира Вяхеря и Игоря Еремеевича. Тогда же его поэтический дар оценили классики отечественной литературы Сергей Владимирович Михалков, Владимир Андреевич Костров, Виктор Федорович Боков, Владимир Иванович Фирсов. Именно Владимир Иванович обратил внимание на интересные образы и глубокий смысл в стихотворении Сергея Бокова для детей «Давай не мерить верность». В этом произведении, как когда-то, в первые годы образования Тонуса, он вновь обратился к вечной детской тематике. Автору таких строк место в Союзе писателей заявил тогда Мэтр. В 1998 году Сергей Евгеньевич вступил в Союз писателей России. Буду рад всегда быть у вас в Тонусе, родном уже. Мой пес впервые видит снег, скулит и жмурится от света, но взяв, играя чей-то след, уже сбежал и лает где-то. Открыл в чудесный мир окно своим холодным носом смело. Ему, бедняге, все равно, что жить он будет в черно-белом. Ты мне еще не верный, мой маленький дружок. Пусть снег растает первый и вырастет прыжок. Твоя щенячья резвость, как детство, коротка. Давай не мерить верность длиною поводка. Давай не мерить верность длиною поводка. Осенью 2003 года по приглашению Александра Макарова, директора расположенного в городе Пересвет Сергиево-Посадского района научно-исследовательского института химического машиностроения, предприятия, обеспечивающего компонентами ракетного топлива космическую отрасль страны, Сергей Боков побывал на Байконуре. А это 4 ступени. 4 боковых блока. Первая ступень. Так, это будет у нас разгонный блок И. А это будет где у нас... космонавты? Да, космонавты, да, где? Там, где будут космонавты. Вот, в этом стакане. На космодром Сергей Евгеньевич приехал не с пустыми руками. Его подарки, книгу стихов и диск с авторскими песнями, взяли с собой на борт космического корабля, готовящегося к полету на МКС, члены экипажа 8-й основной экспедиции, космонавт Александр Калери и астронавты Майк Фуэлл и Педро Дуке. Сергей Боков, песни на диске, может быть, вам это понравится, будете слушать, которые тоже написаны на его стихи. 18 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-ФГ» был произведен запуск российского транспортного пилотируемого космического корабля «Союз-ТМА-3». Так песни Сергея Бокова зазвучали в космосе. Сладкозвучные сирены,
Начало 2000-х было отмечено важным событием в культурной жизни Сергиева Посада. Тогда Сергей Боков поддержал инициативу заслуженного артиста России Станислава Георгиевича Куренева по созданию в городе профессионального драматического театра. Вместе они приложили немало сил, чтобы реализовать этот смелый проект. Так, в январе 2004 года в городе открылся театр-студия «Театральный ковчег». Идея создания театра вынашивалась 3 года, и вот сегодня на очередном заседании Совета депутатов депутаты проголосовали за создание театра в нашем городе. Форма собственности, я бы настаивал, чтобы была муниципальная, потому что это действительно общее дело, и никакой там ассоциации частных не должно быть, потому что это общее национальное достояние, наша культура, и то, чем будет заниматься этот наш муниципальный народный театр-студия. Кто за это предложение прошел? Прошу опустить. Против? Нет? Воздержавшихся? Нет? Принято единогласно. Да будет театр в Сергиевом Посаде. Первое – это муниципальный театр здесь, в Сергиевом Посаде. Пока шли разговоры, здесь переговоры в отношении со сцены по театру. А мы с Василием Дмитриевичем посидели рядом, пошептались, и он говорит, да подпишу я постановление. Театр в городе Сергиев Посад существует. Нас очень поддержал Сергей Евгеньевич, за что ему огромное спасибо. Каждый день звонил и спрашивал, что там, как там. Его передачи, выходящие в поддержку театра. Его передачи о том, как важен театр. Это сердцебиение города. Человек должен служить человеку. Личный вклад Сергея Бокова был отмечен в приказе за номером 1 по театру-студии «Театральный ковчег» от 9 сентября 2004 года. В приказе говорится, признавая большие заслуги в деле создания театра-студии, закрепить навсегда за Боковым Сергеем Евгеньевичем и его семьей места в вип-ложе театра-студии «Театральный ковчег». Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Станислав Коренев. Уносил мои печали самолет за облака, с небесами обвенчал он мое сердце на века. Но летел не отставая, шлейф несбывшихся надежд, о себе напоминая из-за облачных одежд. Самолетик судьбы, самолетик судьбы, что бы ни было там впереди, ты неси меня сквозь солнечные нити. Самолетик, ангел мой хранитель, ты неси меня сквозь солнечные нити. Самолетик, ангел мой хранитель. Еще со времен своей комсомольской юности герой нашего фильма умел находить общий язык с представителями молодого поколения. Ему были понятны и близки их поиски, проблемы, надежды. Он не только умел разглядеть юные таланты, но и всегда был готов помочь их раскрытию. Весной 2005 года при активной поддержке телекомпании «Тонус» на базе Сергиево-Посадской школы номер 4 преподавателем Татьяной Можаевой и режиссером Александром Суюшевым была создана детская телестудия «Маленький Тонус». С годами росло мастерство юных коллег. Сейчас их работы все чаще побеждают на различных престижных фестивалях и конкурсах. Есть мечта у каждого из нас, от забот отвлечься хоть на час. Это чудо можно совершить, если в цирк скорее поспешить. Превращают тигров здесь котят, взрослых дяди маленьких ребят. Рукава рубахи засучив, груз проблем снимают силачи. Его со смехом в клочья.
Благодаря Сергею Евгеньевичу, его супруге Татьяне и фирме «Тонус» в Сергиевом Посаде распахнул свои двери детский познавательно-развлекательный клуб «Совенок», ориентированный на детей из неполных и малообеспеченных семей. Нужно учиться всю жизнь. Вот поверьте мне, что если так будете учиться, и так будете жить, то, наверное, вам будет интересно. Лучший самолет Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Як-3. Праздник удался. Было интересно не только детям, но и активно принимали участие их родители. Детский клуб «Совенок» приглашает вас на наше мероприятие. На выставке пассажи, портреты и пейзажи. И на одной витрине неброская картина. Художник неизвестный и, видимо, не местный. Он выбрал серый цвет, но главное сюжет. А на небе радуга, а на небе радуга, дуга. А на небе радуга, а на небе радуга, дуга. Работа Сергея Евгеньевича и его сотрудников всегда оставались на виду. Многие проекты были оценены по достоинству. Но особенно богатым на награды и звания стал 2006 год. Тогда телекомпания «Тонус» была удостоена премии губернатора Московской области в номинации «За достижения в области средств массовой информации». Сергей Боков стал лауреатом конкурса Международной академии менеджмента и Вольного экономического общества России «Менеджер года» в номинации «Электронные средства массовой информации». В том же году Сергей Боков стал кавалером благотворительного фонда «Меценаты столетия» и получил звание заслуженного работника печати Московской области. Но награды наградами, а главным для Сергея Бокова всегда оставалось дело. Мы много сказали и многое спели, мы все отдавали, хоть мало имели. Житейскую мудрость прилежно учили, но в разные стороны все же ушли мы. Минуты иные порой постигали, то, что не видели, не осязали. И крылья из мыслей краили мы сами, и становились почти мудрецами. Надо заняться делом скорей, надо вернуться к жизни своей. Увлеченность кино – еще одна грань неуемного таланта героя нашего фильма, который разглядел в нем актер, режиссер, заслуженный артист России Василий Мищенко. Суки оставляли мои собаки. Суки, мрази, что со мной сделали? Перестройка, недостройка, банков сделали. Именно Василий Константинович исполнил давнюю мечту Сергея, предложив ему в своем фильме «Атаман» первую серьезную роль. Только не полмиллиона, а пять. Слышишь, 5 миллионов. И ты их мне сам принесешь. А потом была интересная работа в документальном проекте у режиссера и продюсера Виталия Максимова. Разноплановые роли в сериалах режиссера Юрия Музыки. Съемки в многосерийном фильме «Кураж» известного кинорежиссера, сценариста Александра Стефановича и других. Работа в кино стала для Сергея Евгеньевича ценным опытом. В 2010 году он был принят в Союз кинематографистов России. В 2019 возглавил кинофестиваль «Братина». Извозчик прочь, ты пьян. Дай кнут, я буду править сам. Эх, занесло, да ты заснул. Закат свою свечу задул. Низги не видно, тройка в мыле. Но черной шалью нас накрыло. Что ты бормочешь там, болван? Подай мне лучше доломан. Чего дрожишь? Ах, хмель выходит. Вон кони чуют, волки бродят. Гусар игрок, вся жизнь рулетка. К чертям ночная эта клетка.
старый грок, вся жизнь рулетка, к чертям ночная эта клетка. Прочь пистолеты, где цветы, я мчусь в страну своей мечты. В 2010 году Сергей Боков, как один из учредителей Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского, начал работать над созданием и строительством Центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского на улице Пионерской в Сергиевом Посаде. Там же, в 2012 году, фондом и фирмой «Тонус» был воздвигнут памятный крест пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий, автор-скульптор Марии Тихонова. Спасибо Сергею Евгеньевичу и... Спасибо вам большое. 7 годами позже на этом месте было завершено строительство мемориального комплекса с памятниками того же автора. Священнику Павлу Флоренскому, преподобно-мученице великой княгине Елисавете Федоровне Романовой и преподобно-мученику Крониду, наместнику Троицы Сергиевой Лавры. Чиносвящение памятников совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Пахомова, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева и других официальных лиц. Однако среди важных дел Сергей Евгеньевич всегда находил время для творчества. Ему посчастливилось поработать с именитыми композиторами Владимиром Шаинским, Романом Майоровым, Александром Вашкиным, Владимиром Михайловым и другими. Но все же основным композитором и аранжировщиком для него стал Роман Бодров. У вас хотелось вспомнить один интересный момент. Позвонил Сергею, говорю: «Сергей, я тут сочинил песенку, сделал уже аранжировочку, спел». Он говорит: «Приезжай, послушай». Он говорит: «Сейчас, говорит, приеду». Приехал, я ему включил, он так сидит, слушает. «Да», говорит, «хорошо», говорит, «но ее, говорит, надо петь Николаю Караченцу». Через какое-то время звонит мне Сергей, говорит: «Ром, ну ты что, готов?» Я говорю: «Готов». «К чему?» Он говорит: «Караченцев сейчас, говорит, приедет скоро». Вот так как-то вот непринужденно, легко, да, вот, казалось бы, да, ко мне в квартиру, там, Караченцев, да, ну. Может, не ехать через верх сейчас, а просто на октаву выше пропеть те же, пришел черед. Пришел черед. Вот просто продолбить это слово, чтобы парамол. Вот сейчас, да? Да, поскольку я перехожу в другую тесситуру. Так. Этого уже достаточно для атаки. Пришел черед! Вот хотя бы так. Я не знаю вашей жизни, конечно. Непростая. Вот, но я чувствую, что это ваше все. Отступил мой, треснул крест, я не распят, не увидали стрелы пят, и без меня огонь спалил мой эшафот. Тем, кто готовил мою смерть, давным-давно я все простил, хотя порою волком выл, но все ж пришел черед пропеть. Пришел черед, пришел черед. Пришел черед, пришел черед. Пришел черед, пришел черед. Сергей Евгеньевич Боков всегда с большой ответственностью относился к налаживанию и укреплению международных связей. В 1991 году для оформления побратимских отношений с немецким городом Фульда в составе дипломатической делегации он побывал в Германии. А еще были поездки в Румынию, Болгарию, Францию, Алжир, Финляндию, Швецию и другие страны. Немало было сделано для развития деловых и дружеских отношений с политиками, общественными деятелями и коллегами из Латвии, Беларуси, Сербии, Македонии, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая. В 2008 году Сергей Боков стал академиком Евразийской академии телевидения и радио.
Плодами международного культурного обмена можно считать и создание интересных творческих телеработ участников общественного движения «Братина». Эти фильмы были достойно представлены на отечественных и международных форумах и фестивалях, таких как «Вся Россия», «ТЭФИ-регион», «Золотой Витязь», «Инфорум», «Золотая Бригантина», «Корона Карпат», «Победили вместе» в Севастополе. Кстати, Сергей Боков – постоянный член жюри этого фестиваля. Международного форума авторских фильмов стран Дунайского региона «Профест» в сербском городе Бачка Топола. В 2017 году Сергей Боков стал почетным президентом этого фестиваля. Другим управным городом «Професта», мой дорогой приятель, личному приятелю и брату Сергею Бокову, уручен титул почетного председателя «Професта». Фестиваль «Профест», фестиваль стран Придунайского региона, принял решение. И сейчас Сергей Боков не только президент фестиваля «Братина», но также и почетный президент фестиваля «Профест». Нету больше моченики, сохнут по девчоночке, дожидая зря. Слезы, слезоньки, по стволу березоньки, припаду губами к ней, нежно осушу. Воля, волюшка, затерялась полюшке, унести печаль мою, ветер попрошу. Ой, каким бы ни был кто-то удальцом, молодцом, и каким умом без силушкой не хвастал, но всему любовь является венцом, так что ни к чему себя терзать напрасно. Партнерские дружеские связи с Сербией заслуживают особого внимания. Весной 1999 года, в трагическое для этой страны время, когда самолеты НАТО бомбили землю Югославии, из телестудии «Тонус» в Сергиевом Посаде в поддержку братского народа был проведен исторический телемост с Белградом. Я помню, когда была война в Югославии, только первый, который начал говорить правду о войне, это был Сергиев Посад и компания «Тонус». В 2011-м по приглашению «Тонуса» Сергиев Посад посетил экс-президент Республики Югославия, великий сербский писатель Добрица Чосич. Будучи вместе с заслуженным артистом России Николаем Бурляевым и председателем Союза кинематографистов Сербии Йованом Марковичем гостем Сергея Бокова, сербский Лев Толстой посадил возле дома радушного хозяина кудрявую иву. Это дерево стало символом дружбы. В 2012 году «Тонусом» совместно с Союзом журналистов Подмосковья была переведена на русский язык и издана книга Добрицы Чосича «Заметки писателя и президента Социалистической Республики Югославии 1992-93 годов». Презентация книги состоялась во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в кругу представителей широкой общественности Сергиева Посада и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Элицы Курьек. Продолжается сотрудничество и с китайскими коллегами. Осенью 2019 года в городе Хайнин, провинции Чжэцзян, проходил годовой форум предприятий короткого видео. Россию на этом международном собрании представлял начальник отдела по производству короткометражных фильмов телекомпании «Тонус», сын Сергея Евгеньевича Савва Боков. У нас также есть и другие платформы, тоже у нас к нам в страну пришел TikTok, например, но он не такой развитый, и у нас почти нет вообще, ну, таких, как у вас в Китае, платформ для развития короткометражных видеороликов. В том же году был сделан еще один серьезный шаг в укреплении российско-китайской дружбы. В Москве, в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, был подписан меморандум о сотрудничестве между единственным представителем от Московской области телеканалом «Тонус» и Евразийской академией телевидения и радио с Хэлунцзянским телевидением. One, two, three. Как
когда внизу Алжир, Стокгольм или Париж, крылом душа дрожит и пробуждает память, как на земле я жил, там, где не по Париж, и взлетной полосы судьбу решает налить. А я хотел летать, но только мог мечтать, и в мыслях асом был высокого полета, кричать, не докричать, кого на помощь звать. Мы все в одном строю шагали по болоту. Когда я полечу туда, куда хочу, без чувства не прожить свободного полета. Легко задуть свечу, но я перемолчу моторов страшный смех чужого самолета. Личностные качества и профессионализм Сергея Букова были высоко оценены в журналистском сообществе. В 2002 году он был принят в Союз журналистов России. Профессиональный опыт помогает Букову руководителю вести свой коллектив верным курсом. Доказательством этому служит работа телекомпании «Тонус», которая становится призерами самых престижных профессиональных конкурсов и фестивалей. Давно стала традиционной работа с муниципальными и общественными организациями Сергиево-Посадского городского округа и подмосковного региона. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с Троицей Сергиевой Лаврой. По благословению архиепископа Истринского Арсения, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, на регулярной основе организуются съемки репортажей о церковных праздниках, выставках, концертах, выпускных вечерах и иных мероприятиях в Троице Сергиевой Лавре и Московской Духовной Академии. В эфире телеканала «Тонус» постоянно демонстрируются передачи о работе различных подразделений ОМВД России по Сергиево-Посадскому району. Репортажи и фильмы о ветеранах и бойцах Сергиево-Посадского отряда ОМОН, с которым телеканал «Тонус» уже четверть века связывает дружеские отношения. Не виновата тетива, что сорвалась с нее стрела, и что сестра ее струна молчит от горя. Убиты песни и слова, что ж ты наделала, стрела, и плачет старая сова над бранным полем. Кто ты, стальная голова, кому служила тетива, кто молодые дерева срубил на луки? Любовь не жалует молва, в ней больше злобы и вранья. Эх, луки бы от вранья в другие руки. Кто небо боится с ветром спорить и не оставит в радости и в горе, и докажет верность дружбе, чести и любви. Также стали привычными прямые эфиры с депутатами Государственной и областной думы, с руководителями и депутатами Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа. Сергей Боков – постоянный участник мероприятий, организованных Союзом журналистов России. Сергей Евгеньевич принял активное участие в проекте, посвященном столетию Сергиево-Посадской организации Российского союза советских журналистов. Выставку, которая проходила в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, посетили члены Союза журналистов Подмосковья во главе с председателем Натальей Чернышовой и члены Союза журналистов России во главе с председателем Владимиром Соловьевым. Таких выставок, посвященных журналистики или союз журналистов, я реально не видел еще ни разу, хотя очень много езжу по стране. За многолетний труд, высокие творческие достижения, создание уникального фестиваля «Братина», способствующего укреплению и развитию журналистского сообщества России, Сергей Евгеньевич Боков неоднократно был отмечен государственными наградами разной степени. В 2020-м он был удостоен «Золотого пера России», высшей журналистской награды страны. Все самые знаменитые, выдающиеся журналисты России награждены этой премией.
И многие очень гордятся этой премией, пишут биографии, награжден премией «Золотое перо». Это главная награда, и значение ее в том, что именно профессиональное сообщество оценивает работу своих коллег. За профессиональное мастерство награждается Сергей Горов, директор телекомпании «Голос», город Сергей Фасад. Позвольте веру мне иметь свою, жить и любить. Какое это счастье! А злых людей не наделяйте властью, чтобы не накликать страшную беду. Вроде все рассчитал, даже знал, где споткнусь. Только в спину ножом друг ударил, как трус. Ой, за что ты меня? Ты же друг, даже брат. Разве я виноват, что душою богат? Я за общим столом вас всегда собирал. Мёд из братины сам первым я отпевал. Стой, друг, стой, не спеши, подожди, дай вздохнуть. Положи ты меня на непройденный путь. К счастью, путь отыскать я с пеленок мечтал. Нежность с кровью тревог из души источал. При активной поддержке Сергея Букова в 2006 году в центре города на Валовой улице был открыт музей крестьянского быта «Жили-были», директором которого стал почетный гражданин Сергиево-Посадского района, член Союза художников России Виктор Багров. Музей не только обладает редким собранием раритетов, но является уникальным местом для проведения многочисленных творческих встреч, концертов, театрализованных представлений. Появившаяся позже в стенах музея-галерея открыта для выставок работ сергиево-посадских художников, фотографов, коллекционеров. Зал уникального музея в центре Сергиево-Посада нередко становится съемочной площадкой, где всегда звучат музыка и песни. Задачки. Без друзей, понятно, нам не обойтись. В голове любого есть свои заначки. С пользою крутиться научила жизнь. Никаких не может быть сомнений, а мы ответим вам без дураков. Ничего на свете нет священней настоящей дружбы мужиков. Настоящий дружбы мужиков. Особое отношение к прошлому Отечества, сохранению исторической памяти и способности к бережному переосмыслению наследия предков позволили Сергею Бокову реализовать множество смелых проектов. Примером этому стало многолетнее сотрудничество с музеем Александровского Кремля, где в разное время Тонус проводил масштабные представления и праздники. Среди них можно отметить театрализованную реконструкцию легенды и быль Александровской слободы, приуроченную к 480-летию Александровского Кремля, и уникальную постановку Сергея Букова в 1999 году спектакле «Молчание» с участием актеров «Таганки» Влада Маленко и Владимира Завикторина. И не мой укор читаю каждый раз в глазах горящих. Куда? Куда бежать от этих душ? Так сложилось, что в жизни Сергея Бокова «Таганка» занимает далеко не последнее место. Еще будучи студентом МГИК, он пересмотрел весь репертуар этого театра, определив для себя как режиссера приоритетный стиль, методы и приемы Юрия Любимова. Позже личное знакомство с мастером и актерами
привело к созданию на «Тонусе» целого ряда передач о жизни и творчестве легендарного коллектива. Большую роль в этом сыграл летописец «Таганки», почетный гражданин Сергиева Посада Борис Викторович Веденин и его супруга Алла Анатольевна Янышева. Она познакомила Сергея Бокова с семьей Владимира Высоцкого. В результате этого на «Тонусе» появились новые уникальные передачи. Исторический раскол труппы Московского театра и образование театра «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко привело Сергея Бокова к долголетнему творческому союзу и с этим коллективом. Съемки «Тонусом» спектаклей, юбилеев, значимых событий в жизни театра стали традиционными. Помогал Сергей Евгеньевич молодому театру и в тяжелые для коллектива времена. Я ненавижу наше телевидение. Это искренне, это глубоко выстраданные ощущения и чувства. Но среди вас, журналистов, технологов, информаторов, авторов, есть уникумы, которые никогда не утрачивают своей искренности, справедливого отношения к действительности, анализу прошлого, настоящего и устремления к лучшему будущему. К таким компаниям, к таким людям относится коллектив «Тонуса» и, собственно, сама компания «Тонус». Я признателен судьбе, что эта компания нашла меня, мы с ней дружим, со многими лично. Хорошо, что она находится на святой земле Сергиева Посада и держит руку на духовном и нравственном уровне нашего российского государства. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Не предавай меня, прошу, моя любовь, моя судьба. Я сам свечу не погашу, и не уйду я никуда. Мне невозможно без тебя дышать и петь, летать и плыть. Сошлись дороги навсегда, чтобы одной и долгой быть. Давай простим друг друга мы, давай простим. И нежно поцелуями перекрестим. Пусть за плечами 100 дорог и 100 тревог. Храни нас Бог, храни нас Бог, храни нас Бог. За высокие достижения в социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, большие заслуги перед Сергиево-Посадским районом, в 2013 году Сергею Евгеньевичу Бокову было присвоено звание «Почетный гражданин Сергиево-Посадского муниципального района Московской области». В том же году, 31 октября, Сергей Боков был единогласно избран председателем собрания почетных граждан Сергиево-Посадского муниципального района. Я думаю, что если бы мы сегодня предложили самому молодому нашему симпатичному человеку Бокову, Сергею Евгеньевичу возглавить нас, прячься в эту телегу сложную, трудную и тяжелую, то, значит, тогда и будут результаты. Я думаю, что мы бы отдали полностью ему голоса. Человек нужен такой, который сейчас работает в этом бизнесе, в этой ситуации. Я поддерживаю эту идею двумя руками. Ну, потому что молодежь есть молодежь. Все-таки человек моложе нас всех. Вот. И если надо помогать, вопросов нет. Мне кажется, лучше его, конечно, никто с этим не справится. Он гигант. На события, на политику, на экономику, на культуру. Мы на все можем повлиять. И мы будем влиять. Яркие события жизни Сергея Бокова заняли свое место на страницах его документального романа «Эпопеи напряжения». В этом романе нашли отражение значимые вехи истории Сергиева Посада на рубеже веков и судьбы людей, сопричастных с этой историей. Я в очередной раз перелистываю страницы романа «Напряжение». Роман документальный, поэтому была проведена огромная работа с архивами. Видео, фото. Благо, архивы в телекомпании «Тонус» уникальные. Работал весь наш дружный коллектив, вся наша дружная команда. Всем большое спасибо. Приятно видеть результаты своего труда. Я надеюсь, что и читатели тоже оценят. За четырехтомник «Напряжение» на 10-м международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» Сергей Евгеньевич Боков был удостоен первого места в номинации «Публицистика».
золотой витязь присуждается писателю, поэту, общественному деятелю, актеру, меценату, разностороннему и талантливому человеку Сергею Бокову за документальные роман-эпопею о Сергиевом посаде. Жизнь любого, даже самого небольшого города – это модель страны. События в этих городах и судьбы подчас бывают знаковыми и судьбоносными в истории государства российского. Мы, литераторы, описываем все, что происходит рядом с нами, понимая, что это, наверное, является призмой всего происходящего даже в мире. Мне очень приятно, что наш скромный труд так высоко оценен. Действительно, мы боролись и за слово, и за честь и славу нашей России. Там жизнь скучна, когда борения нет, сказал Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэтому будем бороться вместе с вами дальше. Всем благодарность и поклон. Спасибо. Напряжение. Роман длиною в жизнь. И сама жизнь каждый день диктует новые страницы этого произведения. И потому продолжение следует. Мне повезло. Попал я в добрый плен. И красотою окружен был с детства. Пришла пора мне поделиться сердцем со всеми, кто живет у этих стен. Об их значении знает стар и млад. Они стоят. И это главный подвиг. А по соседству деревянный домик, великий русский Сергиев посад. Не спится людям раз в году, дурачатся, поют и пляшут. Лам сказочном пруду крылами вьюга лебедь машет, и в эту праздничную ночь желаем счастья мы друг другу, плохие мысли гоним прочь и тост пускаем свой по кругу, чтоб душа подольше не старела, чтобы до всего нам было дело. Тонус повышался даже в холод, чтобы расцветал любимый город. Чтоб душа подольше не старела, чтобы до всего нам было дело. Тонус повышался даже в холод, чтобы расцветал любимый город. Низкий поклон за то, что вот сегодня мы здесь, за то, что ваша фирма, что вы храните вот эти наши культурные, исторические ценности и продолжаете работать и на благо, конечно, нашего района. Тонус – это наше все, потому что правда, правду всегда говорить легко и приятно. И, наверное, поэтому тонус так долго и счастливо живет и функционирует. Чтоб душа подольше не старела, чтобы до всего нам было дело. Тонус повышался даже в холод, чтобы расцветал любимый город. К делу на благо Сергиево-Посадского региона! Будьте готовы! Всегда готовы! Всегда готовы! Всегда готовы! Чтоб душа подольше не старела, чтобы до всего нам было дело. Тонус повышался даже в холод, чтобы расцветал любимый город.